Здравствуйте, коллеги! Приветствую вас на нашей ежедневной вечерней встрече «Актуальные тренды Wall Street». Всем добрый вечер! Рад приветствовать вас сегодня. Как всегда, в стандартном режиме проверяем состояние звука, связи. Если слышно, видно, пожалуйста, подписывайтесь, дайте мне знать, что со звуком, с картинкой у нас с вами все окей, и мы, соответственно, можем начинать. Да, поэтому жду от вас обратной связи. Так, вижу, ну ли вы справились, да, то есть вы меня видите, слышите. Так, у меня микрофон, в принципе, работает, картинку я также у себя вижу. Вот, поэтому мы будем начинать, да. В таком случае я уже сразу же буду переходить непосредственно к MetaTrader'у и будем обсуждать, что на текущий момент у нас происходит. Итак, смещаем внимание и взор непосредственно на рынок. Итак, на текущий момент по доллару мы пробились выше ближайшего нашего сопротивления, которое мы отмечали ранее. Сейчас, ну, 50 на 50, так с горем пополам пытаемся закрепиться выше него, да. Отмечали на прошлой нашей с вами встрече, максимум прошлой недели, но он проходит на данный момент с вами, у нас с вами по цене 92.74, 92.73. Как раз таки к этому уровню мы практически дошли, да, сегодня, ну, по всем валютным парам был достаточно сильный у нас всплеск. Вот вчера мы рассматривали первые продажи от ближайшего этого уровня, соответственно, я их начал постепенно делать. Вот с некоторых позиций меня повыбивало, в частности, добило вот этим вот шпилем, да, который был у нас непосредственно сегодня на новостях, да. Вот, и вот этим непосредственно вот этим вот всплеском, вот частично с позиции повыходил. Да? Давайте рассмотрим, что у нас на данный момент происходит в общем по рынку, да, какие ориентиры, куда мы движемся и что на данный момент у нас с вами есть. Итак, первая валютная пара — это евро-доллар. Сегодня у меня была покупка, да, от 18.70. Вот, мы отмечали этот уровень как уровень ближайшей поддержки, да, для евро-доллара. Как раз таки видим на текущей неделе и произошел этот подход. Вчера вышел быстренько здесь по стопу с коротеньким стопом, да, то есть не сидел в просадке непосредственно по данному инструменту. Уже сегодня, когда подошли к этому минимуму, то есть дополнительно подбирал, и меня сразу же выбило на вот этих вот новостях, да, вот этим вот шпилем вниз, соответственно, ну, как бы с позиции я вылетел, да. Вот, но в целом, в принципе, ситуация по доллару, ну, достаточно такая адекватная. Я сохраняю свое мнение о том, что мы с вами имеем все шансы на дальнейший рост. Соответственно, здесь я бы однозначно присматривался к покупкам. Я, скорее всего, их буду повторять, да. Да, то есть от 18.70 буду повторять еще раз заходить, да, то есть несмотря даже на то, что меня сейчас выбило со сделки. На данный момент мы не преодолели нашу с вами область, да, 18.68, пока мы торгуемся выше нее, у нас сохраняется актуальная, ну, ситуация в плане роста, да, то есть именно валютные пары евро-доллар, да, пока мы находимся выше уровня 18.68. В случае, если мы закрепимся ниже, да, значит, я буду уже, соответственно, здравствуйте, Ирина, соответственно, я уже буду формировать позиции на покупку. Вот, в моей собственной ситуации, да, я бы, конечно же, бы сильно здесь не расстраивался, но я, в принципе, не расстраиваюсь, да, то есть глобально, я думаю, что потенциал роста мы все же в ближайшее время с вами будем отыгрывать. Вот, на текущий момент, как бы, часть позиции, которая у меня была также сформирована по доллару вчера, она, ну, также меня выбила вот этим вот шпилем, да, вверх, то есть вынесла, да, то есть продавал со вчерашнего дня, то есть первая позиция была в момент эфира, и вторая по отложечке я зашел, да. Ну, естественно, вот, это, вот этим вот шпилем меня, как бы, ну, везде повыносило, да. Вот, значит, возвращаемся назад к евро-доллару. По 18.68 однозначно интересен, как и раньше, лонг. Да, пока мы не закрепились ниже этой области, мы будем рассматривать с вами непосредственно позиции на покупку. Эта область мне даже очень интересна, да, я ее дополнительно буду рассматривать для вхождения в позиции на покупку. То есть здесь меня в целом все устраивает, как бы ситуация, которая есть на данный момент. Я думаю, что, в принципе, пока не преодолели эту область, ну, нам интересно смотреть однозначно будет покупки. Вот, поэтому от текущих уровней я буду рассматривать лонг, да, если будем, как бы, торговаться даже выше или закроемся выше, то есть однозначно буду покупку. Наверное, завтра уже попробую дополнительно зайти, посмотрим, как уже будет развиваться ситуация. Вот, вот после этого шпиля, ну, крайне хочется сказать о том, что, скорее всего, ну, ну, то есть пособирали стопы, то есть, как видите, у меня тут несколько позиций позакрывалось по евро-доллару, по доллар-иене, далее будем с вами смотреть, да, то есть здесь, как бы, такой вот первый элемент разворота рынка, в принципе, сформирован в плане такого вот сильного импульса и добоя.
сбора стопов, то, что мы видим, да, на данный момент. Поэтому на сейчас я бы, конечно же, оставался бы в покупках, да, то есть кто купил, да, или если у вас есть покупка, то есть однозначно стоит удерживать, то есть смысл есть, да, в данных покупках и с целями повыше. Пока мы не закрепились ниже 18.68, имеет смысл непосредственно такие покупки производить. Наша с вами поддержка, она сместилась, ну, значительно ниже, на 18.36, да, то есть глобально, в принципе, поддержечка очень и очень далеко ушла у нас с вами. Я думаю, что, в принципе, если завтра даже будем продавливать немного ниже этого уровня, то есть в принципе даже если будет одно закрепление в четверг, я думаю, что это не отменяет у нас с вами тренда глобально, да, на повышение евро-доллара. Это такое небольшое затишье перед бурей, и мы его, соответственно, будем использовать для формирования позиций на покупок. То есть здесь два варианта сценария. То есть первый, мы здесь будем в ближайшее время торговаться и с этой области будем уходить вверх, либо мы с вами уже на следующей неделе плавно будем скатываться к этому минимуму, да, и оттуда уже будем уходить вверх, да, то есть либо такой вариант. Ну вот, однозначно мы не должны, ну то есть в моменте мы там можем уходить и так далее, но глобально я думаю, что тренд на повышение у нас с вами продолжится. То есть у нас с вами есть два варианта. Это первый, это покупка по 18.68, второй вариант, это непосредственно покупка по 18.47, да, где-то примерно вот с этих ориентиров. Вот, я думаю, что первую покупочку попробую сделать 18.68 еще раз, да, и уже оттуда буду смотреть, ну, как будет развиваться ситуация. Вот, захожу я минимальным объемом старту, пока мы нормально не сформировали позицию. Вот поэтому сделку, такой вариант развития событий, такую идею, в принципе, я вижу. Следующий актив — это фунт. Значит, вчера покупка, которая была у меня здесь, непосредственно был выход сразу же по стопу. Вот нырнули вниз, меня выбили, да, то есть стоп был, ну, достаточно короткий. Но чтобы с позиции не выбили, нужно было выставлять стоп аж 70 пунктов, да, то есть однозначно, в принципе, в таких позициях смысла сидеть нету. Вот, вчера, как помните, мы отмечали с вами вот этот вот минимум 13.66. Честно вам скажу, я, конечно же, не думал, что мы спустимся прям к основанию, да, так сказать, начала текущей недели, да, но этот уровень со вчерашнего дня мы отмечали, конечно же, интересно было бы зайти, но я не думал, что будет вот такой вот прыжок вниз, да, но сегодня он случился, наша поддержка, в принципе, себя хорошо показала, вот, как видите, достаточно сильно отскок от нее произошел, и сейчас фунт, ну, лучше всех, да, работает. 161 пункт рост, а от нашей поддержки, ну, отскок в течение дня 200. Да, но это просто одна из самых топовых сделок, то, о чем я вам говорил, о том, что фунт себя крайне хорошо показывает. У меня, к сожалению, здесь отложки не было, то есть я не думал, что фунт сможет, конечно же, достигнуть этих ориентиров, вот, поэтому я отложку не ставил, думал, ладно, подожду, посмотрю, как оно будет. А вот так оно произошло, что по стопам все повыбивало, а фунт не успел, ну, не успел фунт запрыгнуть с текущих цен, да, поэтому на сейчас, в принципе, однозначно фунт интересен на покупку, однозначно фунт дальше вверх, то есть я думаю, вы уже читали в новостях, что фунт просто на своих хаях, да, там буквально там квартальный хай, чуть бы не сбивая, да, но здесь дорога, я думаю, в сторону 35 у нас с вами заказан, то есть реально потенциал роста у нас здесь, ну, просто космический, да, пока что движемся, ничего не предвещает то с мини-тренда, да, то есть глобально идем к вот этим у нас с вами уровням. Даже, да, это годовой хай, мы его прошли. Вот, и идем с вами к 1.34, я думаю, что 1.35 мы с вами будем показывать, да, поэтому потенциал роста есть, его стоит использовать и, в принципе, расторговать в лонг, да. Ну, как бы здесь уже особо ничего не добавишь по сегодняшнему дню, да, то есть мы достаточно сильно улетели вниз с вами, поэтому я бы, конечно же, уже дождался бы какой-то коррекции, покупал бы, да, поэтому на сейчас вот такая вот картинка, вот, поэтому уже после коррекции будем покупать фунт, сейчас смысла пока что в него лезть нету, да. Для тех, кто купил, как видите, уровень достаточно хорошо себя показал, я не успел, да, это сделать, но, в принципе, наша идея отработала себя. Значит, по австралийскому доллару, ну, ничего конкретного, как и раньше, нету, то есть мы в таком вот непонятном состоянии, то есть вроде вверх, вроде вниз, вот, поэтому я сюда вообще бы особо не лез, потому что нету ярко выраженной направленности актива, да, то есть мы просто стоим во флете, поэтому здесь никакой сделки быть не может. Следующий актив — это валютная пара доллар-иена. Мне текущие уровни, в принципе, нравятся, я, возможно, даже перезайду объемчиком пониже, даже несмотря на то, что меня выбило сейчас из сделки. Возможно, уже завтра будет ход вот этим вот непосредственно таким вот импульсом вверх и вот этим вот, так сказать,
шипом меня полностью вынесло с рынка, да, то есть две позиции, которые ранее у меня были собраны здесь, я остался без них, вот, но здесь, в принципе, шорт интересно смотреть, я думаю, что, в принципе, от текущих уровней мы будем уже двигаться дальше вниз, то есть тренд пока что у нас не сломлен, да, даже несмотря на то, что мы закрепились выше хая предыдущей недели, посмотрим, как мы будем отрабатывать этот хай, здесь вариантов, в принципе, у нас с вами два, то есть дождаться уже снижения, закрытия какого-то дня в минус и потом набирать позицию в шорт, что буду делать я, либо попробовать зайти еще раз по 110.65. Пока что явной выраженности того, что вот доллар пошел вниз, пока что еще не последовало, да, доллар закрывает в принципе день в минусе, да, но пока что нету явной, как бы явного сигнала на то, что вот мы снижаемся, да, то есть потенциал в принципе роста есть в сторону 92.74, это то, что мы с вами обсуждали ранее, это максимум прошлой недели. Вот если непосредственно к этому максимуму будем корректироваться, да? Я не думал, что валютная пара доллар-иена сможет так настолько быстро, да, и вверх дойти. То есть я думал, что примерно, когда доллар будет торговаться где-то вот здесь, мы будем по доллару где-то возле этих уровней. И максимум, если будем давать, то как раз-таки по доллару, да, максимум предыдущей недели, он будет примерно равен максимуму на это, ну, на валютной паре доллар-иена. Видите, не произошло, то есть мы закрепились, то есть ситуация такая, знаете, 50 на 50, конечно же, складывается в сторону больше продажи, да, но то, что мы закрываемся, делаем два клоуза выше прошлого, максимума прошлой недели, это не совсем хорошо, да. Вот, в принципе, возможно, что тренд каким-то образом пытается развернуться, да, но это явно не прослеживается по всем валютным парам и не прослеживается по индексу доллара, да, то есть мы видим, что доллар даже не подошел к своему максимуму, да, который был сформирован на прошлой недели. Поэтому здесь пока что, конечно же, скорее всего, больше как бы сигналов на то, что будет продажа, да, и именно снижение. Поэтому здесь я уже дождусь закрытия, да, какого-то отрицательного и буду непосредственно уже шортить. Вот, по доллар-каду давали мы сегодня наш с вами уровень 22.40. Я также завтыкал, да, немного, не зашел в позицию. В принципе, по валютной паре доллар-кад все постепенно идет в нашу сторону, даже несмотря на то, что вот эти вот минимумы постепенно плавненько у нас с вами поджимаются. Реально, в принципе, потенциал, ну, я думаю, что будет в первую очередь ограничен на уровне 22.40. Если пробиваемся выше него, это уже будет не совсем хороший сигнал, да? То есть глобально, в принципе, мы снижаемся, все отлично, все хорошо. Этот уровень, как и раньше, будет у нас активный. Я думаю, что если с завтрашнего дня уже начнем куда-то двигаться в сторону снижения доллара, ну, уже по данной валютной паре пойдем активно-активно вниз. Пока что тенденция, ну, сохраняется на снижение. То есть мы пока что ничего такого кардинально нового не показали. И, соответственно, здесь я буду присматриваться непосредственно также к шорту по 22.40. Следующий наш актив — это новозеландский доллар. Его также я вчера покупал. Меня со сделки выбило, да, вот мой короткий стоп. Мой коротенький стоп выбило. Ну и как бы на этом, в принципе, все. Ранее отмечали с вами поддержку 72.10. Да, это минимум такой вот прошлой недели. Ну, здесь он непосредственно у нас с вами проходит. Давайте на недельную ситуацию посмотрим. Вот, минимум прошлой недели. Вернее, минимум текущей недели, да, мы его как бы продавливаем, закрываемся ниже него, это не совсем хороший сигнал, да, то есть здесь, опять же, новозеландский доллар не совсем хорошо себя, в принципе, показывает, да, всю свою работу, да, поэтому, если говорить о покупках, то однозначно это будет покупка ниже, где-то аж туда, аж в сторону 71.44, да, не более, то есть, по новозеландскому доллару также покупки, я думаю, что стоит отложить. Пока что ничего хорошего в этом не вижу. И за счет того, что вот мы close делаем ниже 72.10, да, то есть закрываемся ниже нашего сопротивления, поэтому я бы вообще сюда как бы, ну, особо сейчас бы не лез. Да. Мне совсем не нравится ситуация по новозеландскому доллару. Продавать как бы уже поздно, покупать, думаю, в принципе, можем пройтись еще вниз, да, поэтому, соответственно, пока что в сделку я не лезу. Ну, по доллар-франку мы дрейфуем дальше вверх, опять же, вот эти вот такие вот непонятные движения. Как видите, доллар-франк, ну, в разы слабее самого доллара, то есть сегодня мы с вами открываемся по цене 96.39, торгуемся сейчас плюс примерно 30 пунктов, плюс 25, да, то есть видим, что в доллар-франке пока что тенденция на повышение сохраняется, но потенциал роста у нас еще с вами здесь есть, да, он прям вплоть присутствует до цены 97.65, да, поэтому, в принципе, если будет какой-то импульс, доллар-франк будет отыгрывать
сделать его лучше всего, да, то есть здесь реально, ну, просто прыжок может быть просто колоссальный, и еще как минимум в сторону повышения плюс 100 пунктов, да, поэтому на сейчас для меня интересно смотреть, вообще я не смотрю по доллар-франку, да, для тех, кто торгует, ну, безусловно, позиции на покупку удерживать стоит, и закрывать, ну, я бы уже буду порадовать непосредственно по 97.65, то есть если будет эта цена, ну, я считаю, что это один из самых оптимальных вариантов для шорта. Ну и на этом как бы все. То есть глобально, в принципе, ничего у нас не изменилось. Флэт, как и раньше, и на этом все. Следующий актив — это золото. Вчера открывался по нему. Сразу же, ну, быстренько посмотрел, проориентировался, ну и как бы со сделочки быстренько вышел, да, то есть я поставил без убыток, меня сразу же быстро здесь закрыло, и как бы на этом все. Вот, по золоту также не совсем однозначная ситуация, мы продавили цену ниже нашего непосредственно минимума, который был сформирован на этой неделе, минимум прошлой недели, как видите, мы сейчас торгуемся ниже него, да, то есть такая вот разворотная динамика здесь ярче, более ярче прослеживается, да, то есть золото слабее демонстрирует снижение, вот, поэтому на сейчас как бы начинает зарождаться позиции на продажу. Вопрос заключается только в том, когда их будет лучше сделать. Да, пока что явного сигнала на такую как бы продажу нету. То есть у нас все пока что идет в сторону доллара. Да, то есть доллар немножко на этой неделе давит. Я думаю, ну, в ближайшее время это будет завершено. То есть по индексу доллара видим, что потенциала там особо большого и нету. Да, то есть мы даже не дошли до максимума прошлой недели. То есть даже до ближайшей поддержки, а все повалилось против доллара. Поэтому я бы рассматривал всю текущую ситуацию как коррекцию. Да, и все же присматривался бы непосредственно к покупкам. Да. Однозначно в золоте такие сделки делать не стоит, то есть здесь, скорее всего, флэт и плавное-плавное локальное снижение дальше вниз. Вот, по WTI мы рванули вверх за последний период. Вот, наконец-то у нас какой-то тренд здесь появился, да, то есть это явный плюс в пользу канадского доллара. Вот, поэтому однозначно 22.40 интересная точка для шорта. Вот, по WTI рвемся вверх, наконец-то какое-то импульсное движение сформировалось. Если будет что-то хорошее, корректное, интересное, вот, я думаю, что можно будет какую-либо сделку предпринять. Я думаю, что выше 50 будет крайне сложно нам двигаться, то есть 55 это будет максимум. Цена для нефти, то есть выше уже вряд ли мы как бы пойдем. Следующий актив — это газ, то есть мы вроде бы прорвались вверх, также за нефтью следуем, вот, но особенно хорошего ничего я здесь не выделяю, вот, поэтому как бы флэт, как и раньше, да. Значит, по S&P 500 сегодня внутри дня вот в рамках вот такой вот небольшой формации, ну, я подкупил, да, меня как бы по стопу сразу выбило, вот, пытался торговать, видите, внутри дня, ничем это хорошим не завершилось, да, то есть прямо на открытие, не на открытие, где-то сколько было, 3 часа дня, да. Вот, сделочку открыл. Ну, сказать, что здесь что-то хорошее, ну, в принципе, восходящая динамика, так хорошо ложились, да, почему бы и нет. Вот, прорубили мы вот этот вот минимум, да, буквально еще ниже него спустились, да, поэтому здесь я уже сделку закрыл. Вот, пока что внутри дня, видите, не очень успешно мне получается непосредственно торговать S&P 500, то есть лучше, конечно же, брать долгосрок и по более низким ценам, да, то есть то, что мы делали с вами ранее, мы практически 5.00, то, что мы ранее с вами смотрели, практически к этой цене дошли, поэтому здесь однозначно будет интересно в случае какой-то хорошей коррекции смотреть лонг. Вот, за год текущий S&P 500 вообще себя показывает лучше всех, да, то есть мы с вами стартовали, вот у нас январь, да, где у нас январь, вот у нас январь, вот с января, 27 декабря 2016 года, у нас было открытие 22.66, и на текущий момент цена у нас, ну, сколько, практически 25.00, да, то есть $230 мы показали роста, то есть практически, ну да, даже более чем 10%, это крайне хороший результат для S&P, да, то есть это лучшее значение, которое я вот видел за последние года. По NASDAQ все вяленько, хайочек мы не сбиваем, возможно, в ближайшее время будет коррекция по S&P 500, которую будем использовать для покупки. Значит, по DAX все так, как и раньше, то здесь покупки либо продажи быть не может, почему? Потому что не вижу хорошей точки. По CAC также плавненький рост после вот этого вот прыжка, вот все пока что также без изменений особых. По Евростоку, так же, как и по КАКу, по FTSE мы достигли нашего уровня, который ранее отмечали, 73.02. Соответственно, у меня здесь стояла отложка, я взял, и как бы в этой сделке я сижу. То есть FTSE мне нравится, я хочу здесь покупать, как бы сделку открыл. Посмотрим, чем это завершится, удержим ли мы в четвертый раз этот уровень, да, за последние, даже более чем четвертый, да, то есть мы достаточно долго торгуемся на этой, в этой зоне, да, я думаю, что, в принципе, удержим ее, и можно будет здесь что-то хорошо
хорошенько подзаработать, да. Вот, в принципе, ориентирую вверх и как бы эту сделку удерживаю. И последняя позиция — это по доллар-рубчику, да. Значит, вчера я позакрывал все сделки по доллар-рублю. Не совсем не нравилось то, что мы несколько дней двигаемся вверх, да. Даже несмотря на то, что не подошли к максимуму, что очень бы хотелось. Сейчас мы продавливаем нашу ближайшую поддержку, которая есть по рублю. Это 57.51. Вот, она у нас с вами здесь проходит. Я бы даже бы ее вот так бы поставил бы. Вот где наша ближайшая поддержка. 57.52. Вот, ниже этой поддержки торгуемся. Если закрепимся, тогда однозначно буду шортить. Пока что не совсем понятно. То есть, возможно, да, тренд будет продолжаться. Коррекция, скорее всего, завершила. И, соответственно, можно будет уже по рубчику набирать шорт. То есть, видите, нефть хорошо топит вверх, да, и доллар, скорее всего, в случае его ослабления, да, в ближайшее время, можно будет хорошо здесь также подзаработать и там хотя бы 56-ю фигуру пощупать, да, на открытой позиции. Так, коллеги, мы, в принципе, обсудили все инструменты, также биткоин ранее простили, да, то есть, помните, мы с вами обсуждали еще в пятницу с вами биточек, смотрели с вами продажи, ну, вы помните, да, вот эту вот сделку, которую открывали с вами по 42.37, меня здесь выбило, и вот что у нас происходит, да, то есть уже 3600, мы дошли с вами до ближайшего минимума, который у нас был сформирован, и сейчас закрываемся ниже него, да, то есть если мы пару клоузов дадим, или хотя бы сегодняшний день клоуз покажем ниже этой цены, ну, вы помните, в принципе, то, что я вам говорил, то здесь однозначно будем лететь дальше вниз, да. Здесь даже, знаете, можно попробовать таким небольшим объемчиком это все дело продать, то есть на дальнейшее снижение курса биткоина, да, то есть, ну, где-то вот к этим уровням, я думаю, что мы возвращаться не должны. И здесь потенциал, в принципе, снижения туда вниз, вниз, вниз. То есть здесь реально, видите, поддержки особой нету, да. То есть здесь снижаться в сторону там 2500, а там уже можно его будет интересно даже закупать. Вот такие, собственно, ориентиры на текущий момент, вот, по биткоину, по всем инструментам. Если, коллеги, у вас есть вопросы, я буду рад на них отвечать. Так, коллеги, еще раз, значит, по евро-доллару интересна покупка 18.68, если продавливаем ниже, закрепляемся, тогда однозначно будем уходить вниз, и где бы я смотрел бы дополнительную покупку, последний, так сказать, рубеж обороны у евро-доллара, это 18.38, вот. Такие ориентиры, то есть рассказал вам все, что хотел, если есть вопросы, я буду рад на них ответить. Смотрите, если вы, к примеру, ну, опаздываете, да, в таком случае не беда, можете подключаться на наш официальный канал на YouTube, и там непосредственно каждый день после нашего эфира я выкладываю все наши встречи уже в записи, да, поэтому если опаздываете, можете там на канале YouTube смотреть актуальные тренды Wall Street. Так, коллеги, у меня на сегодняшний день все. Всем спасибо за внимание, благодарю вас за участие. Так, жду. Так, да, подразрядился у меня аккумулятор.
Значит, смотрите, если что, на Ютубе можете смотреть непосредственно все это дело в записи. Литературу... Коллеги, у меня микрофон. Сейчас, секунду. Так, все, я с вами. Значит, по литературе Джек Швайгер, в принципе, вам в помощь. Я думаю, что достаточно хорошо поможет вам разобраться в непосредственно техническом анализе, да. И также, сейчас вам скажу, достаточно такая интересная книга, которая именно мне помогла, буквально момент. Сейчас, коллеги. Математика управления капиталом. Вот как она называется. Да, вот как эта книга называется. Ральф Финц, это мой любимый автор. Вот. Это самая такая крутая книга, которую я читал. В общем, вот я вам скинул ссылку непосредственно на нее. Можете прочитать. Вот. Мне она реально очень сильно помогла. Вот. Она именно так достаточно доходно рассказывает, что, где, куда и как. Да, в этом плане. Вот. Я думаю, она вам непосредственно поможет. Вот, коллеги, на сегодня у меня все. Я был рад всех вас видеть. Благодарю всех за внимание. Жду завтра в это же время в 17:30. Актуальные тренды Wall Street. Всем прибыльных сделок. Всем всего самого лучшего. До свидания, коллеги. Пока.